Всем привет! Меня зовут Дмитрий Кипень. Творог на самом деле очень вкусная и полезная вещь, поэтому рекомендуется его кушать хотя бы раз в сутки, особенно на завтрак. И сегодня мы приготовим творог с дыней. Для завтрака нам понадобится дыня, творог, кедровые орехи, мед. Начинаем готовить. Дыню очистим от кожуры и семян. И одну из ее частей мы перебьем на блендере вместе с творогом. А на оставшуюся часть дыни мы выложим вот эту дынно-творожную массу. Достаем семечки. Дыню нарезаем мелкими кусочками, чтобы блендер мог с легкостью перебить ее в пюре. И отправляем в блендер. Этот завтрак подойдет вашему ребенку. Я думаю, он с удовольствием будет его уплетать. Добавляем туда творог. И нам нужно придать вкус. Добавим часть меда. Закрываем крышкой. И будем взбивать блендером. Еще одну часть дыни также очищаем от кожуры. Также очищаем от семян. Нарезаем такими большими кусками. Кладем в салатник. Поливаем дыню творожно-дынной массой. Сверху еще мед. Кедровые орешки. И украшаем веточкой мяты. Полезный, правильный, питательный и очень вкусный завтрак мы сегодня приготовили. Приятного аппетита и хорошего вам дня!